Гребенников, конечно же, был большим фантазером и мистификатором. При этом он, конечно же, был очень любопытным и наблюдательным человеком. И, кроме всего прочего, отличным экспериментатором. Поэтому-то ни капли не сомневаясь в том, что его собственный полет – это именно мистификация, я доверяю его рассказу о левитации дзыги, то есть самодельного волчка с соответствующими отверстиями. Более подробную информацию об этой самой дзыге желающие могут посмотреть при помощи ссылки, которая будет размещена под этим видео. Спрашивается, почему я верю в левитацию дзыги? А потому что этот вполне возможный факт ее левитации перекликается с моими представлениями о существовании антигравитационных несущих свойств у всех газов, и в частности у водорода и того же воздуха. Кстати, я бы порекомендовал особо любопытным и рукастым участникам глобальной волны изготовить такую дзыгу и продемонстрировать всем нам ее возможности. Я, и думаю, не только я, с удовольствием бы приобрели такую дзыгу за весьма приличные деньги.